После появления альтфатера возле дверей здания в городе заговорили о мусорной люстрации. Впрочем, активисты опровергают эти слухи. Вместо погружения Николая Стоянова в мусор, в случае появления нежеланного прокурора, протестующие готовы вести конструктивный диалог. Прокуратура остается глухой к требованиям активистов. В понедельник в первой половине дня под зданием все так же дежурят одесситы, а вход и въезд по-прежнему заблокированы. Люди, конечно, каждый день становятся все более сердитыми. Каждый день они хотят каких-то действий. Они хотят реакции со стороны власти, реакции со стороны вышестоящей прокуратуры. Но пока мы ее не получаем. Уже 6 дней прокурорского Майдана виновник протестов не появляется возле места своей работы. Утром в понедельник к активистам вышел заместитель прокурора Одесской области Олег Жученко с просьбой разблокировать здание и позволить сотрудникам работать. Но цепи с дверей будут сняты после выполнения условий протестующих. Блокировка прокуратуры может быть снята в течение, наверное, 5 минут после того, когда у нас будет заявление Стоянов. Приедет сюда Стоянов, пожалуйста, мы готовы разговаривать, мы готовы общаться. Мы абсолютным образом не парализуем работу прокуратуры, но хочу отметить, что та работа, которая осуществлялась здесь, ну, людям вот я порекомендую, чем получать какие-то формальные отписки, все-таки дождаться проведения реформ. Однако, несмотря на протесты, в Генеральной прокуратуре Украины не видят причин для отставки Николая Стоянова. Ольга Китик, Александр Бондарь, Думская ТВ.